Эй, братуха, ты мне, конечно, извини, но вот это тебя прогнуло. Вот это да, вот что значит принимать в юном возрасте пердячий пар. И да, друзья, здравствуйте, лысые падчерицы. Вам дойдет очередь позже, друзья, а мне нужно обязательно сейчас проверить, что будет с этим пчеловодом. И в смысле, еще и этот отдыхает здесь сидит, ё-моё. Итак, друзья, смотрите внимательно инструкцию по эксплуатации туалета. Туалета, я повторяю вам вопрос на ответа. Нужно правильно пользоваться туалетом. Ну я не могу пройти мимо этого человека, лысый, ну хорошо. Ну раз ты так плотненько памперсами прижался к столику, лус, опа, ничего себе, здесь сидит. Настроение-то, конечно, стремительно вырастает вверх. Лысый, боже, я же снова забыл ему теперь принести пердячий пар. Ну чё ты смотришь? Ну ладно уже, ну посмотрите, ну просто очередь в этом доме на пердячий пар. Итак, друзья, эта серия вообще-то про то, как прокормить этих лысых вот таких вот огромных... Смотрите, ничего себе, а настроение-то не падает вниз по геометрической прогрессии. Ну ладно, братан, ну-ка, сейчас посмотрим, что интереснее, мультики или пердячий пар. Итак, друзья, сейчас мы это проверим вместе с вами. И лус, хорош, о, подпрыгнул, о, чё ты танцуешь, чё ты танцуешь? Брателло, чё ты танцуешь, ё-моё, о, потанцевал. Ты знаешь, брателло, ну у тебя такой танец был не энергозатратный, ну абсолютно не энергозатратный. Такое чуть-чуть, так, скок-скок, как лошадь, ё-моё, лентяй, страшный лентяй. Итак, друзья, я никак не могу дойти к этому туалетику, чтобы дать этот пердячий бар попробовать этому лысому человеку. Во, нашел. Вот теперь меня никто не остановит. Не-не-не, братаны, я иду, у меня дела, я иду в туалетик. Итак, друзья, на ваших глазах происходит вот такая вот нейроинструкция по эксплуатации туалета с одетыми памперсами. И лысь! Хоро... Во-в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 о
Ну, в смысле, ты понял? Ты, короче, ты такой, ты так нога, ты нога, ну, да, ты так напакостил. Боже мой, упал как алканавт возле туалета, вот так вот на одну ручку облокотился. Что это такое, я не понял, как ты так, как ты в воздухе так паришь? А, я же понял, я понял, это остатки радиации твоей зеленой от пердячего пара. Лежит как на облаке, ну ё-моё, ну-ка хорошо, если я открою стульчак, нажму смыть, неужели его туда засосёт? Ну-ка, сейчас посмотрим, проверим мощность нашего турботуалета, если вот так вот посадить. Лусь, хорош наш турботуалет, конечно, оказался, чё это, не понял, мне не понять. А вот это вот уже, друзья, на этого крокозяблика памперсы мы абсолютно никаким образом не найдем. Потому что посмотрите, какой у него широкий таз. Ну что это такое? Ну где такие памперсы, ты видел? Вот. Обычные памперсы для обычного человека. Но вот это что чучело от меня хочет? Я не знаю, смотрите. Это же чучело элементарное и огородное. А, вот так нормальный человек, все. Я понял, брателла, памперсы для тебя. Но я их не могу подобрать, видимо, ты еще недостаточно там на хизы, на кикукал. Вот какой кук... О, снова превратился в черт... Ой... Ё-моё, чё это такое за рыбацкий крюк, брателло, веди себя нормально, я же мне уже страх, ой, сальто вперед сделал, ух уж эти малыши, ух уж эти малыши, ух уж этот дом вверх, дом какой-то дурдом, и этот проперделся прямо на кровати, на диване, все нормально, морда красная, жизнь прекрасная, о, лысый, сейчас я тебе попробую дать вот такой вот конфаречка, опа, и пошли космонавтики, а вот так, друзья, действуют братские пукиши на младших братьев, ай, ху-ху-ху-ху. Вот это уже, друзья, нужно вызывать сантехника, чтобы отремонтировал ему морду. Потому что морда, ой, а ну-ка, если вот так, застрял даже, о, какая опухоль, даже застрял. Ты чего, как тебя прокормить можно? Взять такой вот огурчик и приклеить на маникюрчик, ничего себе. Лысый, ты видел? Ё-моё, как ты спрятал, что это такое, чё? Что это за рука помощи? Посмотрите, какая у него рука отвратительная. Почему ты в перчатках дома? Объясни, зачем ты в перчатках? Ё-моё, ну-ка покружись. О, хорош, вся еда ушла в мусорку. Ха-ха-ха. Ну, конечно, настроение поднялось. Ну, а чё же, ну-ка, вот так откроем, возьмем этого лысого и присадим вот так вот попой на вот эту, так сказать, ну, такой аттракцион. Вот так, ой, не получилось. Стой, тихо, сейчас все будет, лысая. Не переживать, была команда. Да не, ну ты посмотри, да не, ну не будет улазить, лысый. В общем, слушай меня сюда внимательно, брателло. Приготовил я дома вот такой вот домашний киндер-сюрприз. Этот киндер-сюрприз я делал в домашних условиях, и он должен быть вкуснее, чем обычный киндер-сюрприз из магазина. Итак, друзья, продегустируем. 3,
и две одна! Ой, смотрите, ё-моё, ну так же, как же ты его, ну скушал быстро! Ну тебе же нужно было его сначала развернуть, посмотреть, какая игрушка, а не взял и со шкарлупой съел киндер-сюрприз. Лусь, ё-моё, киндер-сюрприз сожрал, как акула, смотрите, друзья, и лусь! Вот это вам инструкция по эксплуатации, как сожрать киндер-сюрприз, если у вас его два, и вы хотите сожрать его быстро, чтобы вашему младшему брату не досталось. Смотрите, вот так вот нужно сразу вот так вот только открывается рот, вот так вот, лусь, хоп туда, ой, и вот так, и хоп, как в печку, смотрите, как в печку киндер-сюрпризы, как в печку, как в печку. Боже мой, это, смотри, брателло, я тебе уже 5 штук скормил, смотрите, ой, не попал, ой, ну нужно выжидать, вот так, хоп, хопа, ой, хорош, вот это зашел, лусь. Ё-моё, брателло, ты знаешь, ты уже мне должен очень много тысяч долларов, потому что ты как бы, ну, уже сожрал киндер-сюрпризов на очень огромную сумму. И лось. Итак, друзья, так как у нас уже в холодильнике закончилось абсолютно все, у нас вот зато не закончилась лава. Лава у нас не закончилась, поэтому, друзья, мне нужно... О, у этого уже пукан горит, лось. Хорош! Смотрите, у него горит пукан, и вот опять что горит пукан, я не понял, ну понятно. А теперь, друзья, мои дела очень плохи, потому что мне нужно еще его переодеть, а это что-то такое, времени у меня мало, этого положу пока на диванчик посиди, присидись там, пусть пока этот на столе меня подождет, и этого нужно забрать, я не понял, тут где-то еще был кто-то или нет. Так, что мне нужно сделать, несите малыша на передатель истории, так я же его отнес, что такое, в чем проблема, паперс не берется. Лысый, ты должен быть на столе, ну-ка, что-то он не залазит на стол передательный, вот жопу отожрал. Ну как ты на стол? Да мне же нужно памперс взять. Ладно, друзья, я принимаю решение просто его отнести наверх, чтобы их снова не сожгла лава. Вот так вот буду их вот так. И лусь! А дальше уже посмотрим, что с вами делать. Вот так вот посиди хотя бы. Этот лысый черт, ты посмотри, еле пролазит в эти туннели. Вот так вот посиди. О, какая уже очередь там из двух человек. Лысый, хватит балдеть смотреть мультики. А вон мульт смотрите. Ну, в общем, все хорошо. О, не так-то уж и хорошо. Но все равно я был в шоке. Такой вот захожу, смотрю, он лежит на диванчике, смотрит мультики, лава идет, жизнь проходит мимо. Жизнь мимо прошла, брателло. Ну-ка, садись. Теперь еще одного человека где-то мне... А, понял, я вспомнил. Это Крокозяблич. Крокозяблик, хватит здесь танцевать. Пошли со мной. У нас лава, ё-моё. Ты там танцы устроил. Ты посмотри, какой крючок. Вот это, друзья, какая-то, вы знаете, можно на него повесить даже одежду. Если вот так вот его прилепить. Опа, ну-ка, стой. Опа. Ну, что ты спустился, брателло? У нас как бы лава идет. Смотрите, один он ножкой стал, чтобы постоять, посмотреть на последнюю ступеньку. На последней ступеньке стоит. Сейчас же под... У тебя сейчас копыта подгорят, брателло, копыта сгорят к чертовой бабушке, ты чего? Давай поднимайся, не понял, или ты держишь ногами лаву, я не пойму. Он может как-то, выше поднялся. Лысый, вот это уже, вот это не шутки, ну-ка, мне, знаешь, мне очень интересно вот этот эксперимент, очень интересно, ну-ка, ну, смотрите, его что-то лава не берет, я не пойму, это как получается, ну-ка, мне даже интересно подождать, как она будет подниматься, неужели его копыта желтые не сгорят, вот это да, ну-ка, нужно подождать, лысый, я даже, ты знаешь, пока ты ждешь, я тебе могу вот это наше соленье дать, вот такой вот огурчик, чтобы тебе как бы, ну, не было скучно, лысь, вот так вот, хотя, я думаю, ничего особо не поменялось, но все равно, он теперь знает, что я хороший, да что ты меня по голове гладишь, чего? Это, ой, еще и огурец, он по мне бросил, ну это вообще какой-то бессовестный лысый человек. Я не понял, что у него копыта не подгорают? Что ты летаешь как привидение? Ё-моё, смотрите, как он умеет так парить в воздухе? Я не пойму. И лава что-то остановилась, я не понимаю, как это происходит. Вот же, я заметил, вот одна ступенечка, так, хорошо. Теперь вот лава поднимается, вот хорошо, она поднимается. И этот лысый... О, тихо, лава поднимается, лысый улыбается, хорошо. О, копыта-то подгорают копыта, смотрите. Прыгает, подпрыгивает. Ах ты, лошадь неподкованная, ё-моё. Вот же, друзья, вот вас, смотрите, вот он, думал он герой. Копыта подгорели, ё-моё, еще и сел памперсами на голову своему брату. Ну вообще, бессовестный лысый человек. Так, друзья, мне нужно так, а я всех забрал отсюда или нет? Нужно как-то убрать эту лаву, сейчас я ее как-то потушу. Итак, друзья, так как наша лава была убрана, мы сейчас будем смотреть, что у нас вот это происходит в невесомости. Потому что всегда, когда наш дом затапливает слайм, у нас открывается новая возможность невесомости. Смотрите, это просто настоящая гравитация, как в космосе. Ё-моё, братаны, ну вот это еще такого на моем канале не было ни разу. Вот что значит голова провалилась в трусы. Ё-моё, ну-ка, а как же танцует этот монстр? Ничего себе, так его не берет особенно ничего вообще, ничего себе. Смотрите, его один глаз вот здесь, один вот здесь. Ну хорошо, если этому монстрику дать что-нибудь такое с этой шкатулочки. Ну-ка, интересно, как он себя поведет, лусь? Ёлки-палки, это что, пердячая голова называется? Братаны, мне уже такое не очень нравится, такое что-то уже ничего себе.
Ну хорошо, если я эту голову уменьшу в 10 раз, Лусь... Йо-хо-хо-хо! Чё такое, братаны, вот это да! Вот это уже не шуточки! А ну-ка, интересно, если это положить, вот это все вот так вот в духовку, это закрыть, чё оно на выходе получится? И, ну, Лусь, хорош или не хорош? Боже мой, я такого не хочу, я испугался, я убегаю, друзья, ай, ё-моё, этот здесь ещё чучело укакался, ё-моё, друзья, Лисый, ты со мной или нет, ё-моё, там какой-то ужас на кухне, я хочу отсюда убежать, боже мой, где ключ на чердак, спрячусь на чердаке, друзья, уважаемые дамы и господа, если вы досмотрели это видео до этого момента, обязательно напишите в комментариях, страшный монстр! Так я буду знать, что вы смотрите мое видео от начала и до конца. А я, друзья, полез на чердак, чтобы снимать для вас новую, интересную, уморчительную, необычную серию. Все, друзья, всех вас обнимаю и поднимаю.